Патиссон солнышко среднеранний. Патиссон солнышко относят к разновидностям тыквы. Этот сорт патиссона является раннеспелым и высокоурожайным. Отметим, что само растение кустовое, не расползается по грядке, компактное. Плоды ярко-оранжевого цвета, гладкие и имеют кремовую мякоть. Важно при выращивании патиссонов соблюдать севооборот культур. Предшественниками патиссона солнышко могут служить бобовые культуры, картофель, капуста, морковь, а также зелень. Порой садоводы задаются вопросом, почему не всходят семена. Ответ очевиден. Семена высажены в непрогретый грунт, а большинство семян, в том числе и патиссон солнышко, любят тепло и плохо растут в затененных местах. По своим вкусовым качествам этот патиссон можно сравнить как с артишоком, так и со спаржей, поэтому его легко можно отнести к диетическим овощам.